Воды по колено в одном из домов по улице Советской затопило часть подвала. Вот уже несколько дней в помещении стоит горячая вода. Коммунальные службы периодически откачивают воду, ищут причину. Обо всем по порядку расскажем в нашем следующем сюжете. Вот воды сколько. Вот. И уже неделю стоит вода. Они откачают, она опять. И никто ничего не знает. Юрий Пахомов показывает подтопленное помещение. Здесь у пенсионера находится стайка, в которой он хранит свежий картофель. Подобраться к ней можно разве что в резиновых сапогах. С 1 по 5, если вот двери открыты, то не видно, что стекла плачут. Как только все закроется, все на ночь закрывается, и все с 1 по 5 там грязные стекла даже. Несколько раз Юрий Пахомов обращался в управляющую компанию, но результата пока так и не увидел. Вода как стояла, так и стоит. Впрочем, в УК о происшествии знают. Говорят, все началось в конце августа. Тогда произошло повреждение на сетях треста теплофикация. Проблему устранили, вода начала убывать. Однако некоторое время спустя ситуация повторилась. Общедомовые трубы, мы обслуживаем все, что в доме. Общедомовые трубы находятся в удовлетворительном состоянии, никаких течей потеканий не выявлено. То есть водичка прибывает именно через фундамент в подвальное помещение именно одного подъезда и именно этого адреса, именно этого дома. В управляющей компании предполагают, что причина подтопления может находиться в наружных сетях, которые проходят вдоль улицы Советской. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники водоканала. Меняют трубы и выясняют обстоятельства. Из-за чего произошло подтопление, как долго вода будет находиться в подвале. Дать ответы на эти вопросы пока никто не может. Телекомпания ТВН будет следить за развитием событий. Ольга Сухоплюева, Олег Карпенко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВН.